меня в руках пневматическая винтовка Кроссман с нитропоршнем. Это винтовка среднего класса, ложе изготовлено из дерева. Идет она в комплекте с оптическим прицелом. За достаточно низкую стоимость вы получаете 310 метров в секунду, как заявлено производителем. Газовую пружину в комплекте, оптический прицел 3.9×32. Не могу сказать, что прицел высокого качества, но по заявленным характеристикам отдачу он держит, справляется неплохо с этой винтовкой. Ну и плюс газовая пружина, она имеет очень низкую двойную отдачу, и вы можете устанавливать, в принципе, любой туда прицел, и ничего с ним не случится. Крепление у данной винтовки Вивер, что очень удобно, так как большинство прицелов в комплекте имеют именно кольца Вивер. То есть самые популярные прицелы фирмы Липперс, они имеют именно кольца в комплекте на Вивер, как быстросъемные, так и обычные. В этой винтовке установлена газовая пружина, которая шла в комплекте. Калибр у нее 4,5 мм. Ствол и изготовление самой винтовки из металла. Ствол нарезной, хочу отметить. Она переломка, винтовка. Сейчас мы установим за пули. Пули фирмы Гамма среднего веса 0,68 грамма. Гамма Long Distance. Весит винтовка 3 килограмма. Если вы будете покупать такую же модель в пластике, то она, соответственно, будет весить немного меньше. Но в дереве большинству нравится больше, так как дерево приятно к рукам. Вот. И сама винтовка, в принципе, выглядит более дорого, более реалистично, если сравнивать с охотничьим аналогами. Удобный резиновый затыльник фирмы Кроссман. Вот, особенно если вы летом в футболке будете из нее стрелять, это она очень удобно будет. Покупайте пневматические винтовки в интернет-магазине охотника.нет.